Привет, друзья! Вы задали хороший вопрос про валентность кислорода в пероксиде. Значит, перекись водорода имеет вид H2O2. Степень окисления у кислорода в перекиси минус 1, и во всех пероксидах у кислорода степень окисления минус 1, а валентность 2. У кислорода валентность постоянная, и она равна 2. Вот так можно изобразить графически формулу пероксида. Линия или черта обозначает связь или валентность. Вот вы видите, от кислорода по две линии от каждого отходит, от водорода по одной. И римской цифрой я написала валентность. Почему у кислорода валентность 2? Элемент у нас стоит во втором периоде в шестой группе. Имеет заряд ядра порядковый номер 8, заряд ядра плюс 8, электронов всего 8. Если он стоит во втором периоде, значит два энергетических уровня. Распределение электронов имеет вид 1s2, 2s2, 2p4. И вот на уровне 2p у нас два спаренных электрона и два неспаренных. Поскольку у нас нету D подуровня, у кислорода нету D подуровня, валентность равна двум неспаренным электронам.